Юрка занимается сохранением нашего плова. Вокруг дофига помощников, значит, так собралось. Командует. И вот сейчас мы увидим, что у нас тут есть. Вот это да. Что это будет-то вообще в конце? Это как блюдо будет? О, красноперка. Ну-ка дай-ка. Краснопёрка. Лицо-то покажи у нее. Нет, это плотва. Нет, краснопёрка. Лицо плотва. Покажи боком. Сейчас. А это что потом получится, плотва? Это шпроты будут. Подожди, а как их в гараже? Вот, вот это краснопёрка. Вот краснопёрка. Да, поверни, боком, красная, боком покажи. Вот это миленько. Так. Жарит, а? О, какая красота-то. А действительно красные перья, да. Глазки желтенькие, класс вообще. Глаза желтые, видишь, желтые. Нету вообще красного. А смотри, спина какая. И она же сама желтоватая вся, видишь? Красиво. Она была золотистая, когда только вытащили. Красава. Смотри, морда у нее побольше, полотвины. Да, морда, да. Перья, видишь, другая. Перья, видишь, красная, да. Цвет перьев вообще обалденный. Это горжий такой елец. Да. Вот это есть. Она, видишь, как селедка, как салат. Только спина, видишь, какая широченная. А мы сейчас видели с Андрюхой селечерную рыбу одну. Сейчас да. Это, Юрка, это еще раз, это елец, да? Это елец. То есть разновидности у нас рыбы, видим. 7-8. А щука-то здесь будет еще? Нет. А, щука уже пошла в это самое, да. Уху. Вот у нас все сегодня есть тут. Ну и класс. Да, и вот это от ухи рыба. Плотва и краснодел. Да, цвета сразу видно. Покажите или нет? Ну она же такой стал. Красавец, какой пятнистый. А вот галавль. Кто это? Галавль. Давно, кстати, галавля не видел. Хищник. Видишь, что черный. Черный хвост. Черный вообще, да. А глаза черные, красиво. Видишь? Красиво. На плотву похож, да? Да, обалденно. Но у него хвост черный. Он как торпедка и толще плотву. Да, спина толще и рот, видишь, какой. Да, лапалач. Красивый какой, а? Перья, главное, вот эти вот. Ага. Черные. Ними, задние. Да, я не чувствую. Нет, задний, вот, да. О-о-о-о-о-о-о. Обалдеть. Это сейчас рыбу посмотрим. Так. И через 10 встречаемся в гараже. Все. Ага. Все, ясно. Будем вспоминать, как мы эту рыбу ловили. Смотреть. Да, и смотреть на большом экране уже. Курица. Да, это шашлык у нас здесь. Каша с тушенкой. Вообще красиво. Такая ложка деревянная торчит в мясе с кашей. Кайф, слушайте, вот так вот. Классно. Вот что такое поход. А сейчас бы сидели в Москве. Да, в гараже. В гараже. Пили водку, а так пьем на природе. Так, супер. Спасибо. Класс. На здоровье.